луковицы георгины бахромчатый наэль – удачное приобретение для любого ценителя цветов с необычной окраской в своем саду. На кустах высотой до 100 см распускаются невероятно крупные, 25 см в диаметре, цветки, окраска их лепестков сочетает одновременно белый, розовый и сиреневый цвета. Причем в зависимости от активности солнца цветок может в течение дня менять свою окраску, становясь почти белоснежным с ярко выраженной лиловой серединкой. Такая красавица будет эффектно смотреться и одиночно на фоне зеленого газона, и в группе с другими цветами. Букет из наэль долго сохранит свою свежесть. Георгина бахромчатая наэль – это однолетнее растение высотой 100 см. Георгина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает георгина бахромчатая наэль в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в красный, белый цвет. Интересные цветы георгина могут быть до 15 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.